получу этот пластырь нахуй. Пластырь. Пластырь. На попу. Пластырь на попу. На пенис. Не ругайся, ты что? Не ругайся, я же его лепить буду. Сука. Нельзя ругаться, когда у тебя пластырь на пенисе. Это антикурительный. Антитабачный. Антитабачный? Антитабачный. Давайте пенис укурить больше. Антипенис. Да, это было бы смешно. А прикинь, место закончится, куда пластырь клеит, и случайно налепил его на пенис. Пришел к врачу, говоришь, извините, но там лучше всасывается. Ну, понимаете, всасывается. Всасывается. А, я вспомнил, как это проходит. Там лучше всасывается. Подозреваю, что раз они крутятся синхронно, то не смысла ждать. Не ждать, присосать. Попить долго. Блин, ёпта, мать. Короче, если случится рак горла и языка, там чего-нибудь, можно закладывать листья табака в жопу. Еще раз, пожалуйста. А потом через год у тебя будет рак жопа. Ты типа закупоришься? Ну, место там в жопе кончится. Нет, ты умрешь. Нет, типа... Может быть рак носа? Курение вызывает рак. Табак, в принципе, вызывает рак. Сам по себе. Да. Ну вот, ты тут будешь закладывать его в жопу, короче. Жевательный табак. На жопу тельный табак. Короче, пока ты его в жопу закладываешь, короче, это место кончится. И все. Водка и назревайся, клизма. Ну ты же не будешь срать, короче, пока у тебя табак в жопе, верно? Кто сказал? Курить его как-то надо. В смысле? Ну когда это? Когда он просохнет. Ну. Главное, чтобы губы дрочили. Ты же понимаешь, есть смысл в этом. Чтобы губы дрочили. Ну можно протянуть, в принципе. Отлично. Что, трубочку? Трубочку. Можно и трубочку. Ну это такое. Как бы не каждый станет так рисковать. Трубочки какие-то протягивать. Тем более с таким звуком. Вообще да, это чревато все вот это вот закладывание в жопу. Вообще с жопой мало чего приятного связано. В смысле опердеть? Приятно, наверное. Смешного-то много чего. Смешного-то много чего связано. Освистеть. Жопой? Жопой. Теоретически можно ставить в задний свисток. Ну, если табак можно, то и свисток можно. Надо полиции на вооружение подсказать им. Что так можно сделать?
Вдруг они сидят, не знают, что можно в жопу свисток засунуть. Я думаю, ай, блядь! Свистят ртом все время. Ты уверен в том, что они не знают? Мне кажется, они первые об этом думают. Уже летит свисток. Свисток там затеряется. Летит шампанское через свисток. Затерялся. Ебуй. I think crabs. Крабс? Вы открыли head crab is half lap. Да. Если ты... Пожалуй. Всегда надо бы такое рабочее место, как сейчас. Very cool, very nice. Рабочее настроение. Завтра какой день недели? Четверг? Угу. Весельник. Примерно. А, говно. Здравствуйте. Добрый вечер. Ебать, кек.
Ёбаный хуй. Блядь, говно. Мне же не сказал, что это. Ёб твою мать. Thank you.
Сука. Да ёб твою мать. Да сука, ёбаный, блять, хуй. Не ругайся. А как еще иначе? Не ругаться. Иначе не ругаться. Блять, жопа. Здесь пластырь не засчитают. А что, ты проиграл? Нет, если я гличеван бабу словил в конце. Наверное, если только ты и пройдешь. Я, кстати, гличеванный уровень ни разу не... Блять, слишком сложно. Зря. Тупо слишком сложно. Зря. Да ну жопа говно. Фух, пластырь засчитали.
Ёбаный, сука, хуй, говно, жопась. Да блять. Обосраться, жопа. Блять. Что? Что бы это могло значить? Говно, вот что. Что бы это могло значить? Ого, куда-то бахнул. Бля, жопа, суки, письки. Записал. Ты так красиво начал и так красиво покончил с собой. Покончил. Ты сейчас смеялся? Это была жопная истерика. Когда жопный рак. Жопный рак. Да жопа кричит именно так. Как я мог заляпать кровью место, в которое нельзя пройти? Блять! Наверное, легко. Или смешно. Вариантов немного. Да ну ёбаный смех. Блять, ну как можно удариться об потолок? Ну ты же кусок мяса. Куски мяса не бьются об потолок. Сука, блядская, салка. Бля, больно нахуй. Ебой, сосаль, бой. Бля, ебать там пластырь. С ним нахуй достать. Изи достал пластырь, просто изи. Жив ты остался? Да. Даже уровень на грейта прошел. Просто изи грейта. Бля, пластырь.
усложненный уровень, если честно. Это облегченный уровень. L значит легко. G значит пиздец. Что? Что? Что ты сказал? G значит один из камушков не разрушен. Прямо. Ебой? А чё, ачивку за это не дали? За что ачивку? Я на 169538 месте, между прочим. Каком месте? Почетное 1 249 000 место? 389086 написано кек. 89180 смешное. Чуть за уровень, почему-то ты за уровень. Порядок. Теперь я на 151695 месте. Юзер всего лишь 248 408. Какое место еще раз? У тебя? У тебя 151695. Сто, а у меня? 248198. Ну это, наверное, пластырь не поднял. Уровня 20 сотых. Я, наверное, пластырь не поднял. В этом вся проблема. А первый кто? За сколько часов он прошел? Ну, топ. У меня 4 каких-то челика, непонятно. Топ, наверное. Ну, блин, до первого листать, когда вы допустили 151 000 мест. В смысле, там отдельной кнопкой топ. Разве нет? Я не понимаю, потому что Т вверх. Первый прошел за 0-0. Угу. Второй прошел за 0-0. Все вплоть до. Короче, я подозреваю, первый типа 5000 мест прошли за 0-0. Можно сказать? Угу. О! Чувак на 93-м месте прошел за минус. 2 140 000. Минус? И на 109-м прошел за такой же минус. Видимо, там какой-то обходной возвращает во времени. Что-то идет не так. Минус? Непонятно. Ну, в смысле? Видимо, от нуля считается время. Пофиг в какую сторону, в плюс, в минус. Да, но они как-то вообще в случайном порядке разбросаны. На 99% пройден первый тур, считаю, это достаточно. Сейчас винтер? Сейчас винтер. Сейчас чиллаут? Сейчас чиллаут.
Ван Ридус съел камеру и стал комедий. Что сделал? Съел камеру и стал гомогеем. Да. 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 Белый шум операции. Белый пш. Это типа шум. Нет, хорошо. Наверное. Наверное, это хорошо. Шлюзовать черные ведьмы. Перехотел играть как хуй. Йо, аригато, приветствую. Йо, приветствую. Тёма, почему ты не стримишь для Обидинс? Это сейчас в мете. А чё не стримлю? За Обидинс. Надо скачать торрент. Вон, короче, там сейчас два топчика, а остальные все новые. Факер там. Сенсации поднять. Факер уже офнул. Вот сейчас факер офнул, и все такие, блин, куда нам идти? Выходит, наверное. Блин, куда нам идти? Куда нам смотреть этот кал? Если такие дикие фанаты игры.
Здорово, здорово. Доброй ночи. Джек, be careful. Езда. Зачем он такую хуйню делает? Кто такой Джек? Смотри. Хуй сос какой-то. Second Diddley. Дудли? Second Diddley. Оу. Ну это какие-то приколы, у него даже стенка не открыта, чувак. Ладно. Да ладно. Прикалываешься, что ли? Прохладно. Мобов убивать, чувак? Я не буду мобов убивать. По крайней мере, этим оружием. Maybe go boss, go boss, go boss fight. Это все сосет, чувак, это все сосет. Может быть, он думал, что тут босс. Чувак, ты думал, что тут босс? Я, кажется, я понял. Хотя... Ничего я не понял. Ой. Have a bomb. Have a bomb. Может быть, у меня есть? Нет, у меня нету. Very well.
Два топорика. Доброй ночи, доброй ночи, доброй ночи. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. В первом ДС это тип кооператив? Это типа кооператив? Можно на помощь вызывать. Кооператив тут. Кооперативом это не назвать. Потому что ты кроме бабла ничего не получаешь. Да, если еще в какой-нибудь группе состоишь, то дают какие-нибудь мульки. Типа на помощь там этого босса попросить? Ну да, ну да, ну да. Пизда. Могу вам прочитать статью, как мошенники воруют деньги? Откуда? Соцсети. Ёб твою мать. Нахуй я ходил с этим дурачком, бля, чувак, нахуй. Мошенники все чаще используют соцсети в своих целях. Одна из самых популярных схем представить сотрудникам банка и попробовать сотрудникам банка деньги или выманить личные данные. Выманить. Жертвами таких махинаций становятся клиенты всех банков. Рассказываем, как понять, что вы имеете дело с мошенниками. В коем случае нельзя с ним касаться. Это для тех людей, которые пользуются до сих пор онлайн-почтой. Это, блин, всякая там Google, Яндекс, Mail. Вот три самых распространенных способа обмана. Способ один. Мошенник представляется сотрудником банка. Способ 2. Мошенник предлагает заработать и просит номер. Что за игра? Что за игра? Что за игра? Что за игра? Способ 3. Мошенник обещает помочь получить кредит. Обещает помочь получить кредит. Коротко. Если вам в личку написал мошенник или вы видите мошенническое объявление в социальной сети, игнорируйте его. А как понять, что мошенник? На нем написано мошенник? Ну, у него в статусе. У него в статусе написано мошенник. Да. Угу. Ни в коем случае не передавайте никому в сетях паспортные данные, скан копии документов или информацию о своих. Вы можете потерять деньги, испортить свою репутацию или даже попасть в поле зрения полиции. Скан копии документов? Угу. Вы можете пожаловаться на полицию. Вебмани какое-то время просил скан документов, по-моему. Ну, что, мне не надо было им отправлять? Как бы я тогда кошелек ну, завел? Это были мошенники. Теперь ты на крючке. Пиздец. Пиздец. Вы можете пожаловаться на пользователей социальной сети и во ВКонтакте, и на Фейсбук, и в Одноклассниках есть соответствующие кнопки. Также написать банку в личку. С своей стороны мы тоже потребуем заблокировать мошенников. Ну такие вот они мошенники. Уёбки. Ну-ка, сейчас, секунду. Парни, там кактус хочет играть в кооператив. Кооперативы, говорит. Говорит, надо в Left 4 Dead пойти. Говорит, надо пойти в Left 4 Dead или что там у него потянет, компуктер. Надо идти, считаю. Только не пубга, конечно. Конечно, не пубга. Что ты думаешь про это? Что? Что? Что ты думаешь? Прислал вам подарок, Порни Лав. Где мышка-то, блин?
пил плюс отсосал. Шутка. Вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу. Серьезно? Сука, как с ним такое пропустил, пиздец. Скачиваю, скачиваю. Скачивается. Скачивается? Скачивается. Не скачивается. Не поверите, как игра называется. Обосрался? Именно. Меня Ваня сегодня... Сам в шоке. Сам в шоке. Как Хим такое мог пропустить? Думаю, что это имидж. Не думаю, что это раскрасно. В том плане, допустим, если родители ребенка назовут как-нибудь, да? Будет ли считаться это матом, если это твое имя? Трансликом. Трансликом? Назвать трансликом ребенка. Назвать сын транслит. Тоже нормально. Обращайтесь ко мне так. Транслит Кантинич. Наверное, этот. Не работает. Мобот работает вообще? Ведьмака надо все-таки, наверное, третьего поиграть. Присоединить к стиму. Логин ин. Дашборд. Оу, скип. Мобот removed from чата. А какого хуя removed-то? Нехорошо. Join. Rejoin. Так, игра скачалась, меня вызвали. А мы второй Left 4 Dead прошли? Нет. О, работает. Это было изи. Было изи. Там нужно вопрос задавать, там нужно задавать вопрос. Нужно задавать вопрос. Эрик Хой. Эрик Хой, давай, пошли, 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 пошли. Оу.
Тупо. Го на босса, го. Го. Ой. Нейромонах. Меня не забанят на нейромонаха. Стреляй, стреляй в катапульты, стреляй в катапульты. На заре выходит из виталища лесного своим посохом гоня подальше беса. Давай я уведу его, давай я его уведу, ты будешь по нему стрелять. А, чувак. Под катапульту. А, перепушай, звучи. А-а-а! Мимо! Правее. Ай, ёб твою мать! Ладно, с Русью. Громко поздоровался. А, наркогеймс. Наркогеймс.